Барыня, куда же вы? Барыня. Не губите. Пущать не велено. Нечто не слышать. Милуйтесь. Барыня. Мадам, je ne pensais pas franchir le seuil de votre maison. Я не думала, что еще раз переступлю порог вашего дома. Однако, отправляясь в Сибирь, я хочу предоставить вам последнюю возможность вернуть расположение вашего сына. Мадам Апри, кюсон фис Григорий и тюэ ан дуэль. Мадам узнала, что ее сын Григорий убит на дуэли. Подождите. Вон, ступайте. Вижу, что вы не из слабых. Однако иностранке трудно перенести путешествие в Сибирь. Оставайтесь. Я куплю вам дом в Москве. Вы не будете нуждаться ни в чем. Только не уезжайте. Как только я умру, родственники завладеют здесь всем. Мой сын молод. Он все перенесет легко. Его матери вы гораздо нужнее. Это невозможно. Знаю вашу щепетильность. Возьмите, пригодится в Сибири. Поддержите Ивана. Как только вы уедете, меня отравят. Я буду молиться за вас. Не стоит, Иван, красавицы этакой. Да что уж, да где уж, матушка, барыня? Не стоит, барыня, матушка, не стоит. Где уж ему беспутному? Придержи язык! Покорно благодарю. Молиться ей надо на Ванечку. Голь французская.